страшного. Ну, доброго. Они не трогать. Ну, доброго. Давайте пугать кого-то. Смотрите, я сейчас дам потрогать. Положишь кровать, чтобы пугать. Я сейчас вам дам потрогать, а вы пощупайте. А сейчас обратите внимание, у него ножки плотные, головка плотная, а животик такой нежный и мягкий. Вот обратите внимание, когда мы будем делать, чтобы у вас такой же получилось. Пропускайте по рукам. Это такой. Это такой. Хороший.